Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня поговорим о том, как запустить мини-производство и начать зарабатывать приличные деньги. Многие хотят запустить свой бизнес, но не знают, с чего начать, и в этом случае оборудование для бизнеса может выступить отличным подспорьем, так как позволяет запускать бизнес даже в собственном гараже, а это открывает дорогу к собственному мини-производству практически для каждого, и с относительно минимальными вложениями на старте. Так что смотри видео до конца, и не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. А если ты хочешь знать, сколько я зарабатываю, куда инвестирую и какие бизнес-идеи считаю актуальными, то переходи в мой телеграм по ссылке в описании, там все подробности. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Производство информационных стендов из металла. В офисных, торговых и развлекательных центрах можно увидеть металлические таблички с гравировкой, на которых расположена важная информация для посетителей. Такие же таблички можно увидеть в кинотеатрах, больницах, ресторанах и кафе. Такие же таблички располагаются на фасаде зданий компаний, которые сразу пытаются донести ценную информацию о себе потенциальному клиенту. Таблички с маркировкой размещаются повсеместно, а значит, кто-то их производит и зарабатывает на этом большие деньги. Этим бизнесом можешь заняться и ты. Ничего сложного здесь нет, а вложения будут минимальными. Чтобы работать, тебе нужно купить гравировальное оборудование в Китае. Оно позволит гарантировать качество и повысит эффективность работы. Гравировальный станок в Китае имеет цену около 900-1200 долларов. Он способен наносить любую информацию лазером на металлические или любые другие поверхности. Качество переноса информации самое высокое. Даже мелкий текст на металлической табличке будет четким и удобным для восприятия. Это именно тот товар, за который многие предприниматели готовы платить деньги. Стоимость одной таблички от 25 до 200 долларов, все зависит от размеров. Наценка здесь очень хорошая. В месяц ты сможешь зарабатывать более 800 долларов. Услуги по очистке поверхностей. Многие даже не задумываются о том, как все пытаются поддерживать чистоту на объектах. Граффити на стене офиса не просто смывают водой, для избавления от этих рисунков нужна специальная служба. Различные металлические детали на фасаде, которые покрылись коррозией, не всегда можно снять для реставрации. Это нужно сделать на месте. Работа довольно сложная, и самостоятельно выполнить ее практически невозможно. Нужно обращаться к тому, у кого есть специальное оборудование для подобной работы. Ты можешь купить такое оборудование в Китае и предоставлять востребованные услуги на рынке. Если речь идет о большом городе, то заработать деньги будет довольно просто. В Китае можно купить специальный автоматизированный рюкзак, его цена около 1000 долларов. Он позволяет производить локальную очистку любой поверхности лазерным способом. Это отличная возможность построить прибыльный бизнес, ведь конкуренция практически отсутствует. Ты можешь очищать стены от граффити, выполнять реставрацию объектов, производить очистку поверхностей в труднодоступных местах. Если грамотно рекламировать свои услуги и установить оптимальную цену на них, то можно будет зарабатывать более 1000 долларов в месяц. Это отличные перспективы, на которые всегда нужно обращать внимание. Нанесение изображений на ткань. Данная услуга на рынке не нова, никого уже не удивишь персональными футболками с различными надписями и логотипами, но все эти изображения зачастую наносятся трафаретным методом. Их качество желает быть лучшим, а цена услуги остается довольно высокой. Ты можешь предложить рынку что-то новое, более качественное и доступное по цене. Речь идет о специальном принтере, который наносит чернила на поверхность любой ткани. Так ты сможешь производить не только персональные футболки, но и скатерти, покрывала, различные пледы. Товар будет пользоваться очень большим спросом на отечественном рынке, если проявить креативность во время работы. Стоимость специального принтера в Китае около 1000 долларов, но эти деньги могут быстро вернуться, если правильно организовать бизнес. Одним из путей своего развития будет работа на клиента, принимать заказы со стороны покупателей и предоставлять им качественный результат. За скатерть или футболку все будут готовы заплатить деньги, ведь изображение будет невероятно четким. Также ты можешь производить свою продукцию для продажи, наноси известные логотипы, используй персонажей из фильмов и сможешь очень выгодно продавать готовые товары. В месяц такой принтер сможет приносить тебе порядка 500 долларов чистой прибыли. Производство яиц первого сорта. Ты наверняка мог заметить в магазине то, что яйца первого сорта оцениваются намного дороже. Даже если на одном яйце можно заработать больше на 10 центов, то это уже говорит о колоссальной прибыли для предприятия. Но если разобраться в этом более детально, то можно понять, что ничего сверхъестественного здесь нет. Это те же яйца с теми же полезными микроэлементами, но их качественно упаковали и предварительно помыли. Презентация товара позволяет заработать намного больше. Эту истину понял не один предприниматель. Таким предпринимателям
покупателем можешь стать и ты. Упаковывай красиво яйца и сможешь продавать их практически в 1,5 раза дороже рыночной цены. Сами яйца можно приобретать у сельских жителей. Они готовы продавать тебе свою продукцию по довольно выгодной цене. Ты же сможешь рекламировать товар своему потенциальному клиенту и говорить о том, что он натуральный. Чтобы яйца были действительно привлекательными, необходимо их очистить. Для этого есть специальное оборудование в Китае. Его цена порядка $1100. Оно позволяет быстро и эффективно очищать яйца и делать их действительно более дорогими. Упаковка не потребует больших затрат, но нужно сделать ее оригинальной, чтобы ориентироваться на состоятельных людей. На таком простом бизнесе можно зарабатывать порядка $1000 в месяц. Производство корпусов для оборудования и коммутационных шкафов. На любом производственном объекте используется оборудование, есть своя электрическая сеть, своя автоматика и другая атрибутика. Каждое устройство должно быть в своем корпусе. Вся коммутация также должна быть закрыта в шкаф. Это не просто делает предприятие более привлекательным и безопасным. Это позволяет ему соответствовать нормам и стандартам трудовой безопасности. Только лишь так компания может работать в правовом поле и не бояться проверок. Ты должен понимать, что все эти шкафы и корпуса нужно производить индивидуально, не всегда можно купить готовое решение на рынке. Ты можешь заняться подобным производством корпусов и шкафов из металла. Ничего сложного и удивительного в этом деле нет. Для работы нужно будет купить лазерный сварочный станок из Китая. Он позволит быстро создавать шов на металле и всегда гарантировать его качество. Простой сваркой работать будет чрезвычайно сложно, да и полученный результат не всегда удовлетворит запросы клиента. Работать ты будешь с различными предприятиями, которые не привыкли экономить деньги на таких мелочах. Поэтому цена рабов будет довольно высокой. Можно зарабатывать в месяц более $1000, если эффективно рекламировать свои услуги на рынке. Услуги компьютерной диагностики автомобилей. Чтобы определить точную причину поломки или сбоев современного авто, необходимо подключать его к специальному оборудованию. В каждом автомобиле есть диагностический разъем, он используется профессионалами для того, чтобы проверить всю систему и определить проблемы в ней. За диагностику водителям приходится платить довольно большие деньги. В среднем цена профессиональной компьютерной диагностики автомобиля обходится клиенту в $15-25 в зависимости от транспортного средства. Необходимо понимать, что для диагностики не подойдет любое оборудование. Нужен профессиональный инструмент, который справится с поставленной задачей. Ты можешь купить оборудование для диагностики любых транспортных средств в Китае. Это оборудование уже настроено на протоколы различных автомобилей. Оно поддается обучению в случае проблем. Оно позволяет проверять все узлы транспортных средств и предоставлять клиенту полную картину. Ты сможешь работать даже в собственном гараже возле дома. Никто не будет обращать на это внимание, если здесь будут делать честную и действительно качественную диагностику. Клиенту важно то, чтобы ему сказал независимый эксперт о проблемах, а потом уже он обратится на станцию технического обслуживания для решения данных проблем. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!